«Первые лица» – это единственная премия в области перинатальной медицины. Оттого и такая престижная. Сочинский роддом стал лауреатом в номинации «Образовательный проект года». На курорте – школа по подготовке к родам, которая является тем самым образовательным проектом, признанным лучшим в стране, работает с 2005 года. Мы действительно, благодаря этой школе стали носителями той полезной информации для будущих мам, пап, бабушек, дедушек. И научили наших мам очень и очень многому. Рассказали о том, что роды – это процесс, к которому нужно готовиться. Рассказали о том, что грудное вскармливание – самое лучшее питание для младенца. Оценка нашего труда на самом деле для нас очень много значит, потому что весь коллектив живет одной единой целью, единой мыслью, чтобы мамы и детки были здоровы. В копилку наград врачей перинатального центра добавился и диплом Георгия Георгадзе, заместителя главного врача 9-й горбольницы. На Всероссийском форуме акушеров-гинекологов он был отмечен премией «Мастерство». Но сами медики счет ведут не кубкам и наградам. Здесь регулярно подсчитывают количество новорожденных. И, судя по последним данным, здесь побит очередной рекорд. Только в один сентябрьский день акушеры-гинекологи помогли появиться на свет 43 младенцам. Такого, отмечают врачи, в Сочи еще не было. Это в два раза больше обычного. Вообще мы отмечаем за последние годы неуклонный рост рождаемости в городе Сочи. А последние три месяца, июль, август, сентябрь, ежемесячно количество рожденных детей превысило более 700 каждый месяц. Это тоже рекорд города. Популярность нашего города вообще возросла. И очень много людей со всей нашей родины, с России, которые решили переехать и вместо своего жительства постоянного избрали город Сочи. Но не успели прописаться. Поэтому на документах они пока Сургут, Новосибирск, Новокузнецк, и Петербург, Москва. Но они уже сочинцы, и дети, рожденные здесь, это уже тоже полноценные сочинцы. 7777 детей – таков рекорд 2015 года. Но, судя по сентябрьскому бэби-буму, урожайным окажется и 2016. Отрадно и то, отмечают медики, что число детей в сочинских семьях растет, а количество чересчур юных мам – напротив, сокращается. И это тоже результат работы социальных проектов. Инга Габейшая, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.